две навигационные машины пришли с навигационными этими головами, с головными устройствами. Газель Next и УАЗ Патриот. Значит, Газель Next не получилось сделать, там какой-то геморрой с этим делом. Буду разбираться. Возможно, я что-то упускаю. Вроде как рекомендуют на Газель Next покупать сразу флешку с навигацией, когда ставишь голову. Потому что в меню сейчас отсутствует пункт навигации, настройки, прописать путь. То ли голова каким-то образом урезана и настройки в ней, то ли действительно нужна родная флешка с какими-то файлами в корне, которые будут давать команду магнитоли, чтобы целый пункт появился. Но с Газель Next будет отдельное видео, сейчас у нас про УАЗ Патриот. УАЗ Патриот обычная флешка стоит, смартбайевская, 4-гиговая. Есть вероятность, конечно, что ее поменяли, флешку родную, но здесь 4 гига, 4 класс. Для навигатора, в принципе, вообще 4 класс за глаза. Но лучше ставить 10-й, наша карта весит больше гига, скорость обращения какое-то отношение все-таки имеет к флешке. Ну и 4-го класса обычно достаточно. Сейчас перейдем на компьютер. На компьютере покажу, как вручную скачать программу, если она нужна, и как скачать программу автоматизированным способом с обновлением ключа. Потому что ключ нужно обновить, чтобы карты... Сейчас у нас получается март 2018 года. Чтобы карты первого квартала 2018 года, а обновление бесплатно на него, подхватились, потому что старым ключом новые карты не подхватываются. Запись видео почему-то сбилась, падла. Не записала мне ролик, представляете? Да-да, я вам только в теории расскажу. Значит, я заранее захожу на сайт. Есть два варианта. Первый вариант автоматизированный через программу Navitel Navigator Update Center. Вот так вот она выглядит, мы сейчас к ней вернемся. Вставили флешку, естественно, вставили флешку. И через официальный сайт Navitel. Вот так вот он выглядит. Если хотите в автоматизированном и скачать эту программу в автоматизированном режиме, тогда скачивайте вот эту программу, обновить свой навигатор. Она позволит активировать ключ без вот этой кнопки. Она сама скачает новый ключ, удалив старый, и обновит вам лицензию, будет карта 2018 года работать. Но здесь вот справа у меня экран сейчас широкоформатный, монитор. Здесь справа есть лицензионный кабинет с лицензионными ключами. Регистрируйтесь в нем вот здесь вот справа. Не могу показать, экран разъехался. Регистрируйтесь, я где-то в предыдущих видео в плейлисте GPS-навигации, я, кажется, показывал, как с этим делом всем работать. Зарегистрировались, и можно будет скачать обновление вручную. Сейчас я это покажу. При регистрации он попросит с вас лицензионный ключ. Лицензионный ключ есть на флешке, когда мы ее открываем, вставленный в регистрационном ключе, registration case. Открываете, там есть прям модель ваша и внизу ключ. Его же можно на включенном состоянии посмотреть информацию мой Navitel, когда работает навигация. И прям вот список, это Supra, то есть в Патриоте стоит голова Supra. Скачиваете прям первый, вот она у вас Патриот. Это будет обычный архив, в архиве папка Navitel. Папку Navitel прям на флешку копируете, и будет ваша программа. Если флешку вы меняете, то пишите письмо на support@navitel.su. Пишите письмо, и в нем пишите, что я потерял флешку. Вот старый номер, ну, копируйте отсюда зарегистрационный кей. Из мастера TXT копируйте вашу модель устройства, она там цифра в цифру, буква в букву. Несколько дней ждете, они вам снимут регистрацию. Потом через вот активировать навигатор, через кнопку, которую я вам показывал на главной странице Navitel, сможете ввести старый ключ, с него снимут регистрацию. Серийный номер нового устройства, а серийный номер устройства получит, когда папку Navitel из архива скопировали на флешку, вставили в навигатор, он говорит, не зарегистрирован версия устройства, на нее нажимаете, там будет уникальный ключ. И вот этот уникальный ключ также точно вот в этом окне заполняете. Он же нужен будет и для обращения в службу поддержки Navitel. Это будет новый ключ новой флешки. То есть флешку можно взять любую другую, если нужна, например, большего объема. Лицензию снимут, вы ее активируете, получите, он скажет, скачать активационный файл Navitel Activation Key. Да, скачать, скачивайте его, в папку Navitel кладете, и программа будет активирована. Дальше, карты. Я все карты скачал заранее. У меня есть на компьютере папка Q1 2018. Для чего я это сделал? Тут всегда я скачиваю свежие карты для того, чтобы не ждать каждый раз, чтобы скачивал программу. Потому что вот эта программа Navitel Navigator Update Center, она каждый раз скачает вам карту, помимо программы. Вы жмете «Обновить», жмете «Ок», он качает вам спидкам файл с базы радара с неприятностями, голосовые пакеты,
карты и еще всякую дичь. Но я этого не делаю, потому что я карты заранее все копирую на флешку, в папку Navitol Content, в папку Maps, удаляю все, что здесь есть, и копирую сюда свои карты. Сейчас я знаю, у меня по лицензии идет Беларусь, Казахстан, Россия, Украина. Я все эти карты закидываю на флешку, в папку Navitol Content, в папку Maps, и потом уже запускаю вот здесь обновить. Также точно здесь можно нажать скачать, здесь будет отдельная программа, отдельно спидкам. Галочки расставляете, на чем нужно, и скачиваете. Таким образом я экономлю свое время, потому что, я не знаю, возможно, это недоработка самой софтины, но программа каждый раз выкачивает карту заново. Хотя логичнее было бы создать какую-то папку, скачать один раз карту, если в день там 2-3-4 навигатора, чтобы каждый раз карта не качалась, каждый раз просто из этой папки она подхватывалась. Все карты России и так далее, земли, Казахстан, Украина, Беларусь, Польша сейчас еще многим идет по лицензии, Исландия. Вот. Я делаю через обновить для того, чтобы ключ автоматически обновился. Вы, если вручную либо переносите регистрацию на новую флешку, а флешки у них бывает дохнут, то по первому моему способу, который я вам описал в словах. Жмем обновить, я промотал для вас это все, и карта и программа у вас обновится. Была 15-й год, стала 9.8 и Q1 2018 года. Дальше, спидкам. Я захожу в папку Navitel, выбираю файл speedcam.txt, удаляю его. Беру я заранее на сайте mapcam.info. Я его показывал в предыдущем каком-то ролике, по-моему, один день тысяч программистов в полисте полезное. Скачиваете с этого сайта speedcam.txt и копируете в корень папки Navitel. Также заходите в папку Navitel Content, папку speedcams. И если здесь что-то есть, удаляете, потому что тот родной спидкам, который он прилагает, он аж середина 2017 года, а сейчас у нас 12 марта 2018, то есть база будет крайне несвежая. Меня такой вариант, естественно, не устраивает. Я хочу свежак, у человека сейчас будет новая база радаров. Все, ключ в Navitel папку положил автоматически через программу, карту я обновил, загрузил вручную. Остается на мониторе включить, запустить программу в первый раз и запустить индексация карт. Ну, в принципе, все. Просто дожидаемся активации, индексации и первого включения. Все самое интересное, важное, полезное с моего канала в плейлисте «Полезное». Попасть может с главной страницы канала. Вы вступаете в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.